Вот, хочу вам еще показать одно видео про работу в фирме Спецстройальянс. То есть, вот, нам было необходимо вот эти все связи, уголки вот эти все сотые, доложить в два слоя еще огнезащиты, что мы успешно сделали. Сдать пожарнику, теперь закрасить их окончательным слоем грунт эмалью Унипол СЭ-111 марки АМ. Весь трагизм ситуации в том, что у нас вот малярный участок уже тут 3 месяца находится в Уренгое. У нас нет ничего, кроме кисточек. Ну, есть как бы аппарат покрашенный, конечно, есть, но им тут красить нельзя, потому что мы все запылим. Тут уже стоят новые трансформаторы, тут уже как бы залит бетон, тут уже паёлы положены. То есть, ну, запрещено этим заниматься, технологически нельзя. Вот у нас существует один валик, который мне пришлось, скажем так, украсть у гипсокартончиков, потому что больше выхода я другого не видел. А когда меня сватали сюда на работу, мне говорили, тут что есть, все. То есть вот таких конструкций 400 квадратных метров нам предложено красить вот валиками, кисточками, не валиками, кисточкой. Валик это я стырил. А вот что нам предложено руководством. Вот такой вот есть у нас кисточка. Да, их штуки, наверное, 3 у нас, да. И вот такая вот одна осталась. Их было 2, одна уже умерла, осталась. То есть вот это вот все, вот такие вот конструкции мы должны красить. Вот этими кисточками, что мы с успехом делаем уже 7-й день. Только сначала на них надо было еще доложить 2 слоя огнезащиты, чтобы получить ту толщину, которая здесь заявлена. А теперь вот мы кисточками накладываем вот это вот. То есть представляете весь трагизм ситуации работы на фирму Спецстройальянс, зарегистрированную в городе Тула. Там есть такой очень веселый главный инженер Владимир Буша, который много обещает. Ну, ничего не получается. Я общался как бы по телефону с генеральным директором. Очень приятный человек, как мне показалось, такой, ну, что тут происходит, я не понимаю. Или его жестко играют, или... Ну, то есть, вот мы имеем вот это. А и заказчик звонит, и требует работы, выполнения, сроки тут какие-то. Блять, ребята, я первый раз такой цирк вижу, когда мы красим кисточками, 3 слоя красим кисточками. Понимаете, валиков даже нету. До ближайшего населенного пункта 100 километров до Старого Уренгоя. Но никто не собирается нам ничего вести. Все в курсе, что у нас нечем работать. Ну и всем посрать, я так понимаю. Сегодня новогодняя ночь, 3 часа назад был Новый год. Мы вместо того, чтобы пить водку дома с женами и с детьми, занимаемся вот такой вот порнографией. Естественно, скорости никакой. Но еще хоть... То есть вот я вам сейчас покажу скорость выполнения работ. Вот Костя берет, тут он окунул кисточку и буквально покрасил там, ну, 10-15, максимум 20 квадратных сантиметров. Теперь ему приходится опять окунать кисточку в ведро, и все продолжается сначала. Если бы у него был валик, это было бы как минимум в 3 раза быстрее. А вообще это надо было делать уже давным-давно аппаратом. Но 3 недели не было краски, 3 недели фирма Спецстройальянс не могла привезти краску и дождалась до того, что все уже собрали, завезли. В общем, вот так вот работать в фирме Спецстройальянс.